Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я вам расскажу в этом видео, как я вязала вот эти штанишки для нашего бычка Тарасика. Итак, мини-МК или экспресс-мастер-класс, да? Как я вязала их? Сейчас я вам расскажу. Итак, как я вязала вот эти штанишки? Значит, набрала воздушные петельки, да, косичку из воздушных петель по объему нашего бычка. То есть вот у меня получилось где-то 42-44 воздушных петельки. То есть просто замерите и все. И потом первый ряд я провязала столбики без накида. Один ряд столбики без накида. А следующий ряд я уже вязала прибавки, делала. Делала прибавки через один столбик. То есть столбик просто провязываю, да, обычный. В следующую делала прибавочку, то есть два столбика. Столбики с накидом вязала здесь уже. И так весь ряд. То есть у меня прибавки через один столбик я увеличивала. Вот, у меня получилось 64 столбика вот здесь вот, следующий ряд, да. Затем провязала я 4 ряда без изменения. То есть у меня туда-сюда вязание. А, ну здесь не 4, 2 ряда провязала я. Вот в этот ряду я прибавки сделала, да. Вот, прибавки сделала. А вот потом 2 ряда провязала, ну, то есть туда-сюда вязала, поворотное вязание, да. Потом я соединила в круг и стала уже вязать в круговую. То есть у меня еще 2 ряда вот в круговую провязано. Видите, здесь уже у меня нет разреза. Здесь разрез как бы для хвостика, да, получается. Вот здесь петельку еще в самом начале тоже сделала из воздушных петелек. Петельку из воздушных петелек сделала. И затем следующий ряд, то есть у меня получилось вот один прибавочный ряд получился, да, потом 1, 2, 3, 4 я ряда связала обычные столбики с накидом, да, и потом ряд я уже связала, разъединила эти ножки, значит, связала наполовину 64, это 32 столбика, то есть вот связала до этой стороны, да. А здесь, чтобы не было никакой дырочки, я тоже здесь провязала 2 столбика, наверное. Ну, здесь я не посчитала, сколько столбиков у меня получилось. Вот, в круг замкнула. Следующий ряд у меня убавочный. Здесь я делала убавки через 2 столбика. То есть 2 столбика, а затем следующие 2 столбика вместе. Опять 2 столбика провязываю, следующие 2 столбика вместе вяжу. То есть с одной вершинкой, как бы убавочку делала, да. Этот ряд я провязала убавочный. Затем ряд провязала столбиками без накида. Вот, то есть они у меня, видите, так сюда сузились. Столбики без накида. И последний ряд провязала вот такими арочками, 3 воздушных петельки через одну петельку провязывала. 3 воздушных петельки, столбик без накида. 3 воздушных петельки, столбик без накида. Вот так я связала одну половинку штанишек, да, и затем вторую половинку, также, чтобы одинаковое число столбиков было, также вязала вторую половинку. Все, здесь как бы ничего такого, они очень легенькие, простенькие штанишки. Здесь я, значит, набрала вот с задней стороны, да, набрала не воздушные петельки, а столбики без накида вот здесь вот, 5 столбиков без накида. И провязала столбиками без накида вот эту лямочку. Она у меня одна, можно 2 сделать, как хотите. То есть она у меня идет так вот наискосок, да, сзади. И застегивается спереди на, вот, на эту пуговицу. Все. Очень легенькие, очень простенькие штанишки. Вот, первые, совсем первые штанишки я вот связала вот такие. Это на первое бычка я вязала, да. Здесь они немножко у меня другие. То есть здесь я делала прибавки не через один столбик, а в каждую петельку провязывала по 2 столбика. То есть прибавки делала, в 2 раза увеличивала петли. Петли, они вот у меня вот такие широкие получились. Вам, может быть, тоже понравятся такие именно широкие. Единственное, что здесь можно было чуть-чуть побольше убавок сделать, потому что здесь они вот свободненькие, видите.
свободные. Я сейчас их одену на бычка, и вы посмотрите, как они отличаются. Вот, и здесь еще лямочку, вот не лямочку, а передничек вот такой провязала. То есть спереди тоже так же набрала столбиками без накида, я два ряда связала. Ну, здесь можете как хотите. Здесь я, видите, сделала из воздушных петелек, я связала косичку. Вот, здесь я как бы петельку сделала, да, и обратно вернулась на эту сторону. И то же самое, связала косичку, петельку, обратно вернулась и ниточку вот здесь вот закончила вот здесь вязание. Здесь у меня получилось 3 пуговицы. То есть пуговичка у меня, на которую застегиваются штанишки, и 2 пуговицы, на которые застегиваются вот эти лямочки. Но здесь тоже можно по-разному обыграть эти лямочки. Можно также, вот как я вот на тех зелененьких штанишках сделала. То есть вот отсюда можно было их связать, лямочки, а здесь можно было вот так вот на пуговицы сделать. Вот. Ну, то есть это по-разному лямочки можно обыграть. Все, а в принципе вязание тот же самый. Также все я вязала. Вот здесь только единственное, что даже больше у меня вот это отверстие получилось. Я их сейчас одену на своих бычков, и я вам покажу, как они выглядят у меня в штанишках, эти бычки.